текущем сезоне ведущие дизайнеры склоняются к ту сторону, что возвращают модели 50-х годов, а именно сексуальные брючки 7/8. Такие модели вносят изюминку в образ и адаптируются под любой ансамбль, придавая вашим ногам элегантную соблазнительность. Рассказывает о брюках Аина, эксперт нашего телеканала, шоу-стилист, звездный имиджмейкер и наш любимый Микола Комендров. Главным предложением дня сегодня будут являться брюки у нас с вами от бренда SKS Collection. Это базовая фактура, а значит, они универсальны для любого типа фигуры. Они универсальны для любого, даже самого сильного, экстравагантного гардероба. И, конечно же, подстраиваются под любую стилистику. Данные брюки выполнены у нас с вами на 35% из вискозы и выполнены в элегантном тканном полотне трикотажа, который имеет вот такую вот пористую поверхность, напоминающую рубчик. Красивый элегантный манжет. Отороченная конструкция гачи, что обеспечивает нам возможность сделать более тонкую у нас с вами щиколотку. И это еще не все. При желании вы можете удалить нитки, раскрыть длину, и она сразу станет у нас с вами полноценной. Даже при этом останется еще дополнительный припуск, который можно приоткрыть для того, чтобы надеть эти брюки уже по полной длине. И можно будет выбрать из 10 базовых цветов осенние оттенки и летние, а значит расширить диапазон полностью. Но мне очень нравятся и летние оттенки, и они идеально сидят. Вот мы сейчас видим светло-серый цвет, посмотрите, как он выглядит. Далее у нас идет базовый черный базовый оттенок. Базовый черный, обязательно кладем в корзину. Молочный цвет. Так. Также есть арктический голубой цвет, не менее классический темно-синий, бордовый цвет, напоминающий такой свекольный оттенок, опеняющий. Капучино, зеленый оттенок. Дальше Ленина выбор, это бирюза. И еще один цвет мятный. Покажу по сравнению. То есть, смотрите, вы можете выбрать, например, один какой-то базовый оттенок, например, темно-синий или черный цвет, и возьмите обязательно какой-нибудь яркий именно сейчас для лета, для вашего настроения брюки. А я вам сейчас сделаю подсказочку. Я прям выставлю сейчас оттенки, которые являются у нас с вами осеннего типажа. Это черный, темно-синий, это кофейный, зеленый и бордовый. Эти цвета будут очень хороши не только летом, но и, конечно же, адаптируются в осень. А вот голубой, молочный, светло-серый, мятный и бирюзовый, они будут идеальны для летнего-весеннего периода. Поэтому сразу берите две пары. На все четыре сезона в году вы себя обеспечите брюками. О, главное, успевайте, потому что это цена только сегодняшнего дня. Бренд SKS Collection сотрудничает с нами с 2018 года. И за это время было совершено более 78 тысяч заказов. Только представьте, насколько бренд любим нашими телезрителями. И только сегодня у нас самая выгодная цена, 1299 рублей, это финальная цена сезона. Успевайте забрать их со скидкой в 40% и в размерах от 48 до 62. Микол, слушай, а вот размер легко выбрать? Да, размер мы выбираем четко, размер в размер. Они даже будут свободны в своем размере, поэтому не переживайте. Все, в принципе, склонны к полноте, да, часто поправляются, то похудели, то вода задержалась в организме, летом да, еще пьем чуть-чуть давит. Да, поэтому в этих брюках будет очень удобно и безопасно. Высокая посадка, эластичная резинка. Что касается посадки, обратите внимание, я давно такого не видел, она очень анатомически правильно скроена по закройческим именно правилам. Видите, какой глубокий сгиб. То есть анатомически правильная профилактика посадки в паховой зоне, плавно переходящей в зону ягодиц. Плюс резинка, плюс ее высота и кармашки, которые у нас с вами вшиваются в боковые зоны. При желании вы всегда можете их утилизировать, если нет именно такого желания носить брюки с карманами. То есть, смотрите, можно... Ну, нет, карманы всегда нужны, как без них. Нет, посмотрите, есть люди, которые вырезают их, убирают. Интересно. Ну, все решает, все зависит от вас, от вашего желания. Главное успевать, потому что именно сегодня у нас уникальная цена 1299 рублей. Это скидка 40%. Ну и вообще вот три четверти – это такая интересная модель. Мы, конечно, вспоминаем всегда и нашу Наталью Варлей, шикарную, да, вот у меня мама на нее в молодости была похожа. А еще, знаешь, я вспоминаю Мэрилин Монро. Вот насколько она тогда надевала именно такие брюки, до сих пор остается секс-символом красоты. Да, вот. Да, это действительно так. Причем Мэрилин Монро не скрывала, что у нее были недостатки, а именно фигуре, которую она идеально могла спрятать.
Также данные брюки у нас с вами любила и Бриджит Бардо, и многие актрисы, наши современники выбирают для себя укороченные брюки. Их не нужно бояться, они имеют практичную конструкцию. Вам не нужно постоянно подворачивать брючину для того, чтобы посадить с элегантными ботильонами. Только представьте, наступит осень, будет слякотно. Вы одеваете любимые замшевые полусапожки, а они точь-точь сажают голенище ровно по брючине, и у вас никаких проблем. Слушайте, во-первых, мне очень нравится, что действительно такая вот длина, она открывает щиколотку. Я сейчас надеваю с босоножками летними, девчонки выбирают на каблуке. И вот посмотрите, как изящно смотрится самая такая вот тонкая часть ноги. Конечно, ножка сразу смотрится тоньше, эффектнее, длиннее. И, конечно, прекрасно сочетается с моей блузой, которую я также выбираю для себя. Высокая посадка, хорошая у нас с вами здесь эластичная лента. Идеально сидит и по спинке, потому что еще и материал такой, знаешь, ну, добро. Я скажу. Да, материал у нас с вами действительно добротный. Здесь пластичный трикотаж. Напомню, 35% вискозы в составе. Большую часть забирает инновационная ткань. Это даже и хорошо. Она будет более износостойкая и терпимая к большим частым стиркам. Пористая поверхность, в рубчик. В некоторых оттенках она более мелкая, в некоторых она более пористая. В любом случае, это все равно является таким идентичным полотном. Он пропускает воздух за счет именно своей пористой структуры. А значит, несмотря на плотность, тело у нас с вами имеет отдачу тепла и принятие воздуха. Поэтому у нас нет эффекта испарины, раздражения и аллергической реакции. Кстати, такие брюки хорошо дружат с капроновыми колготками. Ой, мне очень нравится, что они вообще совсем дружат. Смотрите, водолазка, пожалуйста. Стильный такой длинный жилет, да, кардиган, пожалуйста, легкая летняя блуза, опять же, идеально. Забирайте готовыми ансамблями прямо сейчас и получайте бесплатную доставку в любую точку России. Васильковый цвет выбирает наша Ника. Давайте еще посмотрим, у нас есть цвет бирюзовый, который бирюзовый выбирает для цвет себя это я. Выбор Лены Дмитровской. Также у нас с вами есть оттенок кофе, светлый цвет молочный, арктический голубой, мятный цвет. Оттенок. Светло-серый, зеленый, бордовый, черный и темно-синий. Сделайте первый заказ на шоп-н-шоу прямо сейчас и выберите главное предложение дня по суперцене. Сегодняшней тотальной ликвидации будьте всегда молоды, красивы и эффектны. У нас забирают по две пары брюк.